Эй, всем привет! Давненько не было видосов на моем канале. Дело в том, что я переезжал, у меня была еще куча дел. Как видите, я даже не нашел подставочку, поэтому буду как лох держать его в руках. Но произошло такое событие, которое даже я не мог пропустить. Дело в том, что мой кореш, Nesquik Insight, замутил новый проект под названием «Название чего угодно». Так и называется его новая группа. И мы послушаем новый трек и запишем на него реакцию под названием «Ты уже взрослый» или «Ты уже взрослеешь». Ну что ж, погнали. О, ебать, я этот бит знаю. Да-да, я его точно знаю, потому что год назад мне Nesquik его скидывал, и я сам по нему пытался что-то записать. Посмотрим, что он заебенил. Бля, хуёво слышно вообще, что он там пиздит. Издательство Росман, чтобы оплатить интернет, мобильный банк и постилки от кашля. Ведь здоровье ни к черту, а сказки ты не читаешь. Хотя иногда по настроению еще включаешь постпанк. Бля, нихуя непонятно, если честно. Рэпер Хаски, но любишь ее частично за первые два альбома. Как отголосок чего-то счастливого детства, может быть даже своего. А пока что ты уже взрослый, но недостаточно. Твои девчонки в сохраненных картинках, там же беспорядочно панели и замки в тумане. Чьи-то татуировки, спортивные ботинки, корги и трамваи, а также чувства, надежды и мечты. Цитаты. Бля, там, видимо, какие-то внутрички сплошные, я нихуя не понимаю. Взрослый, даже если умрешь, девчонки, просто набор слов. Но бит охуенный, бит, рейтер, бля. Биты Nesquik пишет охуенные. Наверное, стоит к нему вам обратиться, если вы начинающий рэпер. Но за текстом к нему точно не обращайтесь, говно какое-то. Так, что, второй куплет? И вопросы, другие обои, но все та же лампочка вместо люстры, не работающий. Очень уныло. Ты в своей комнате самый грустный, самый. Но я не пробит. Бит охуенный. Бит охуенный. Ты такой, как все, ищешь истину в газировке и паблике бессознательное искусство. Ты в своей комнате самый творческий. Да, дрон. В своей комнате ты лучше битмарь, но, блядь, не текстовик, нихуя. Че, третий куплет? Бля, это мой кашель был, сука. Это мой кашель был сейчас. Дело в том, что я когда записывался год назад на этот бит, в конце это был тестовый вариант, и там я оставлял вот этот вот кусочек с кашлем, типа демка, а он, сучка, его либо не вырезал специально, но мне кажется, это отсылочки. В общем, текст говно, бит охуенный, отсылки охуенные. В общем, текст полная хуйня. Первый видос за долгое время на моем канале завершается. Надеюсь, следующий вам не придется ждать 8 месяцев. Всем пока!